У нас сейчас что, сколько есть? Не беречь красоту и не бояться смерти. Бабочки поют. Да. Не, японцы вообще люди замечательные. Это моя сакония, стилизация. Да, я помню. Вот. Это все выцитировали в вашем фейсбуке. Мне было очень легко готовиться к этой программе. Разумеется, я помню, откуда это. Вот. Не, кстати, очень хорошая стилизация, абсолютно. Мазная колесница. Да, не абсолютно попадающая в философию. Вы откуда про это знаете? В смысле? Откуда вы знаете, что попадающая? Нет, вы читали Хокку, вы были в Японии. Нет, в Японии не был. Хокку, конечно, не читал. И, в принципе, я представляю кодекс самурая. И о чем, в принципе, это, идет речь? Просто это стихотворение можно трактовать очень по-разному, по большому счету. Красота ради красоты, да, или то, что все приходящее, или о том, что путь важнее цели, да, сам путь. Вот про это, про короткую жизнь бабочки и как она меняет мир. Может быть, она изменит будущее, нет. Произведение Рэя Брэдбери. Да. Мы наступим, и все изменится. Нет. На самом деле, какое-то яркое событие в жизни человека, на самом деле, какое-то событие яркое, плюс-минус, я даже знака не ставлю, как правило, именно такие события меняют и формируют и характер, и мировоззрение людей. И очень важно, особенно в детстве, ну, в отрочестве уже потом, в зрелом возрасте, это бывает практически нереально, какие сильные потрясения эстетические, человеческие ты просто испытал, да, какую ты книгу прочитал, какой ты фильм увидел, с какими людьми ты общался. Бывает, что там часовой разговор меняет просто, да, твою жизнь кардинально. Ну, в искусстве это, кстати, искусство очень сильный мотиватор, и это очень сильная вещь. Расскажите мне, что осталось? Выставка закончилась, ушла, но что осталось от нее в городе? В прошлом году у вас была выставка в ожидании Чехова. Да. Я в то время был в Москве еще. Задача выставки. Вот той, которую мы хотели сделать, и которая таки получилась. Хотя... Ровно год прошел. Нет, я хочу сказать, что просто так, отступлю в сторону. На следующий день после открытия выставки, когда я прихожу в галерею, я говорю, какой кошмар мы сделали. Хотя на открытии я еще доволен результатом, да. Но это нормально. То есть это продвижение и про стихотворение. Ну так вот, а выставка была посвящена не столько визуализации образов Чехова, сколько созданию настроения, атмосферы Чехова. Выставка была, ну, она была практически нематериальной, потому что все не было артефактов, предметов, живописно-графических вещей, которые бы были тупыми иллюстрациями Чехова. Таких просто не было вещей. Все изображения были соединены с цитатами из Чехова. Это были пьесы, письма, либо критика на какие-то произведения Чехова. И это, в принципе, создавало параллельную реальность тому, что люди считают такое Чехов. У каждого свой Чехов в голове. Вот в прошлом году в это время, чуть раньше, да, она шла все лето и закончилась, по-моему, на конце лета. В музее новейшей истории в Москве, на Тверской, была знаменитая выставка, посвященная 150-летию Чехова, когда там не были. Может быть, слышали, с помощью черно-белых фотографий были воссозданы трехмерные, да, вот в реальных размерах, не знаю, интерьеры и Мелеховской усадьбы, да, и Ялтинской и так далее.
Нет, я не видел, но я двумя руками за новые технологии в выставочной деятельности. Потому что это привлекает ту публику, которая была потеряна. То есть у нас на самом деле есть два потерянных поколения с 90-х, которым, в принципе, искусство, культура, выставки, там, музеи, библиотеки, это что-то такое, не про их жизнь. Это так далеко от Мы них. отстали далеко. От Вот я просто сравниваю, Пермь, я Москва сравниваю или наши Россия? музеи и хотя бы немецкие музеи. Это пещерный век, конечно. Но мы не мы отстали далеко. Не мы отстали далеко. Не в нас дело, и даже не в музейщиках города Перми. Я думаю, что среди музейщиков города Перми достаточно очень квалифицированных людей, которые готовы, могут Они делать. все еще думают, что музей это вот витрины под стекло, Нет, музей это не разумеется, про это. нет, нет, нет. В том-то и дело, что в Перми уже достаточное количество людей, которые, да, они работают в старых музеях, или, ну, в смысле, классических наших. У нас отношение власти таково, что они не слышат, они просто не хотят слышать пермяков. То есть у Вы нас... пишете в Фейсбуке: ситуация в городе поганая. Это Ну, вы о чем? я обо всем. Ситуация в городе поганая. Что вы хотите услышать? Современное искусство, стырю вас, так же далеко от подлинного, как заменитель сахара от меда. Это вы сейчас про Гельмана? Ну, про Гельмана в том числе, потому что Гельман это не культурный проект, это пиар-проект. Это никакого отношения к изменению культурной ситуации ни в крайнем городе никакого не имеет. Поясните эту мысль, потому что я не понимаю. Все очень просто. Если вы хотите изменить культурную ситуацию в городе, в крае, не знаю, в деревне, вы открываете художественную школу, музыкальную школу. Вы хорошо спонсируете библиотеку, там есть, да, там компьютерный класс, ну, то есть не обязательно это в бумажном варианте читать. Вы думаете о том, что надо открывать профильные кружки, спортивные секции сюда же точно. И без низового уровня мы можем что угодно делать. Мы можем привозить только гениальные выставки, ничего не изменится. Ничего не изменится. Для того, чтобы воспринимать вот эти гениальные выставки. Я даже не говорю просто, что привозит Гельман. Да? Потому что есть более приличные проекты, есть просто ужасные проекты. Не об этом речь. Кто это будет считывать? Люди не готовы. Это надо готовить с детства. А вы пример показываете? Мы пример показываем, но это мы так представляем, что мы показываем пример. Например, В смысле? ну вот какую-нибудь одну из ваших последних акций, которая не пиар-акции, да, У которая нас нет идет в этом пиар-акции. направлении. У нас нет пиар-акции. Мы пытаемся показывать, да, вот галереи делятся. Актуальные, неактуальные, такие сики. Мы уже давно существуем, но мы говорим, у нас одна задача показывать хорошее в разных его проявлениях. Потому что этого хорошего мало. У Гельмана не такая задача. У Гельмана показывать модное, яркое, кричащее, скандальное, какое угодно, эпатажное. Почему-то там стоит знак равенства, абсолютно современное, и это точно искусство, а все остальное не Вы является пишете в искусством. Фейсбуке: покупается не произведение искусства, а этикетка. Разумеется. Это я не про нас, это я про то, что вообще творится. Потому что когда арт-бизнес, в этом понятии бизнес победил арт, то уже абсолютно не важно, что вы покупаете. Вы покупаете имя, вы покупаете легенду. Вы не покупаете то, что вам необходимо душевно. Вопрос из чата в прямом эфире. Сколько стоит галерея на рынке? Наша? Ну, видимо, имеет в виду вас. Если как бренд, да? Ну, я думаю, как бренд, она стоит 1 020 000. Долларов. Нет, рублей почему? А что такое стоимость вообще, стоимость галереи на рынке? Ну, у галереи есть репутация, Как да? деньги здесь, как говоря грубым языком, Нет, отбиваются? ну, Инвестиции, точнее. ну, смотрите. Арт-рынок существует в Перми? Арт-рынок существует всегда, даже в деревне Гадюкино, где живет одна бабушка. Арт-рынок, он ровно такой, каким он может быть в данном поле. Все. Когда говорят, есть ли арт-рынок в Перми, он всегда был.
Если один человек у другого купил, это уже арт-рынок. Все, даже если было. И он не раз в год арт Перми. Нет, разумеется. Вот, вот это арт-базар, это не арт-рынок. Это называется. А вот что продам, это не арт-рынок, это наоборот то, что губит арт-рынок. Арт-Перми — это то, что губит арт-рынок. Художникам просто не надо удивляться, что их работы почему-то потом не покупаются. Поясните, почему губит? Все очень просто. Ну, как бы вам так сказать, вот вы сомелье, нет, вы не сомелье, вы владелец виноградника, у вас замечательное вино, вы следите за тем, как виноград произрастает, как потом перерабатывается, купажисты грамотно все там разливают, сортируют, отслеживают, да, вы сделали какой-то продукт важный, действительно очень хороший, потом идет человек говорит, да у меня с таким же названием вот такое же замечательное вино, да мы украли у него виноград, тут надавили, да то же самое. И значит предлагает там в 10 раз меньше. Не имеет, ну то есть ни ответственности перед потребителем у него нет, ничего. И вам еще репутацию он портит. Понимаете, если... Там подделками торгуют или не в этом дело. Если художником не занимается галерея, он по идее никому не нужен. Художников значительно больше, чем галереи. Есть художники-бренды типа Лапшина, а зачем ему галерея? Ну, Юрий Николаевич, он сам человек-оркестр, ему уже много лет, и он уже просто давно известен в Перми. Но приедет Юрий Николаевич в другой город, в любой, да? Просто он один из многих. А потом галерея, почему нужна художнику? У художника бывают моменты простоя, кризиса. Он может писать, может не писать. Вот только очень сильные люди, творцы, да, готовы работать не, без понимания того, вообще, для кого я сейчас высказываюсь. Галерея – это редактура. Вот вчера в New York Times была статья о том, что Amazon, который издает электронные ридеры, вытесняет издателей с рынка, предлагая авторам издаваться в Амазоне напрямую, продавать свои файлы. Нет. Нет. Но... Художник не может продавать свои файлы напрямую без галереи. Почему же не может? Может? Или он без редактора? Ну хорошо, не может? Вот вы замечательный художник. Откуда? Кто будет знать, что вы существуете? Кто-то должен этим заниматься. А вот нравится, не нравится, это не работает? Нравится, не нравится. Он в онлайн выставит. Нравится, не нравится. Хорошо, продавайся за 5 копеек. Все по принципу нравится, не нравится. То есть вы повышаете цену. Мы не повышаем цену, мы информируем. Потому что мы его пытаемся встроить в некую эстетическую шкалу. Да? То есть он вот в этом направлении. А вот вы писали с возмущением, что вот Хёрста все не покупают не Хёрста, а просто его табличку с его именем. Разумеется, это полная фигня. Вы видели, и ваши коллеги его так и подняли на высоту. Может, когда-то он... Это не мои коллеги, мы про разное говорим. Мы занимаемся, наша галерея, она занимается искусством. И вот просто в равных долях бизнеса. У нас бизнес не перевешивает. То есть мы не будем ничего делать только ради того, чтобы получить прибыль. Не надуваете рынок? Нет. Рынок не надуваем, соответственно, не надуваем клиентов. Вот. Мы пытаемся формировать, скажем, интерес к каким-то именам, но мы не говорим, что это гений, и больше никого нет, кроме него. Да? Мы показываем то, что считаем достойным, интересным, и то, что будет интересно не только сегодня, но и завтра. Вот сейчас вы привезли на тарелочке. Ну, мы привезли давно. Это ваш личный интерес? Разумеется. Интерес бывает только личным. Понимаете, если мне что-то не нравится как галеристу, я не смогу это не предлагать, не показывать, не продавать. То есть, но это опять-таки моя позиция. У других другая позиция. Вот. А Арон Зинштейн замечательный автор. Уже не первый. Ему выставка. Выгодно, что вы его привезли сюда. Вы знаете, для него это погоду не делает в его финансовой жизни, потому что он известен. А для вас? А мы просто хотим показать. У нас далеко не всегда получение коммерческого интереса является самым главным, то есть никогда не является самым главным при организации выставки.